21 ноября в Музее природы и человека начинает свою работу выставка «Волшебное кружево балканской филиграни». Впервые в Ханты-Мансийске представят одну из богатейших коллекций драгоценностей кунсткамеры. Помимо шедевров, обладающих исторической ценностью, можно будет увидеть изделия современных балканских мастеров. Удивительные по красоте и форме украшения привезли сотрудники кунсткамеры из экспедиции в Албанию, Северную Македонию, Косово, Черногорию и Хорватию. Выставка будет работать до 13 февраля.